Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Печи. Сегодня 12 октября на календаре. И мы с вами традиционно подводим итоги уходящего дня. И давайте в этом выпуске обсудим, а что сейчас происходит в Израиле, как рассматривает эту войну Хамаса против Израиля на Западе, на Ближнем Востоке, на территории глобального юга, так называемого. Вот сегодня рассмотрим такие интересные позиции Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, США, и что важно, Китая, и заденем немножко еще и Россию. На шестой день войны в Израиле министр энергетики страны Исраэль Кац заявил, что сектор газа будет оставаться без воды, электричества и газа, пока террористы Хамаса не освободят всех захваченных а в заложники израильтян. Таким образом он ответил на предложение относительно того, чтобы объявить какое-то временное прекращение огня в секторе Газы для того, чтобы завести в регион гуманитарную помощь. Это вот Египет как бы намекал на такой сценарий. Израиль это полностью отвергает и говорит, никто не будет нам проповедовать морали какие-то. То есть, ну, Израиль говорит о том, что вот для них все методы они хороши. И, соответственно, блокада сектора газа продолжится, и гуманитарку туда завести не могут. А сегодня армия обороны Израиля нанесла удары по элитным подразделениям террористической организации ХАМАС. А в ЦАХАЛ говорят, что наносили удары по оперативным командным центрам, которые используют боевики. А Здесь добавлю, что есть такие элитные силы Нухбы по которым, ну, элитные силы Хамаса, по которым и наносил удары Цахал, и эти элитные силы состоят из тех террористов, которых отбирают высокопоставленные боевики Хамаса и э, дальше направляют их для проведения террористических атак, таких как там, засады, рейды, нападения и проникновение через террористические туннели. И по данным Цахал, вот именно вот эти элитные силы Нугбы, были одной из ведущих сил, которые проникли на территорию Израиля 7 октября. И вот сегодня они жестко по ним били. Кроме того, самолеты Цахала нанесли удар по Мухаммаду Абу Шамли. Это старший военно-морской, как они говорят, боевик Хамас. И резиденция Абу Хамли использовалась для хранения военно-морского оружия предназначенного для атаки на Израиль. В общем, по официальным оценкам, количество погибших в результате нападения Хамас на Израиль уже достигло 1300 человек. Это в Израиле. Ранены более 3000. В настоящее время продолжаются обстрелы между Хамас и Цахал. Ну и боевики Хамас продолжают прибегать к ракетным атакам по южным и центральным регионам Израиля. Число погибших палестинцев в секторе газа в результате бомбардировок Израиля достигает полутора тысяч человек. Ранения получили более пяти с половиной тысяч. В сочетании по, с авиаударами в газе сейчас нет электричества, воды, уже есть проблемы с едой, медикаментами. Единственная в регионе электростанция перестала работать из-за обстрелов в Израиле. Прекращена подача света даже в больнице, из-за чего количество смертей увеличивается, к сожалению. А, впрочем, сейчас известно, что ливанская группировка Хизбалла пока не участвует в этой войне. А вчерашняя информация о массовом запуске беспилотников со стороны Ливана оказалась ошибкой, об этом уже официально заявили в Цахале. А иногда на северной границе происходят обстрелы, но не более того хотя сегодня в сети уже начали появляться сообщения, что якобы Хизбалла там проводит мобилизацию своих сил и к чему-то готовится. Но пока это назвать официальной информацией сложно. Сирийское направление тоже более-менее спокойно, и к сирийскому направлению мы еще вернемся. Здесь есть интересная информация по этому поводу но на фоне войны в Израиле стала очень показательная реакция как ближневосточных так и западных стран а также Китая и Турции вот дальше я предлагаю такие вот как раз эти реакции и позиции стран рассмотреть начнем с региональных игроков позиция Объединенных Арабских Эмиратов к удивлению многих заметно отличается от комментариев большинства других арабских стран региона, которые возложили ответственность за войну на Израиль. И вот Объединенные Арабские Эмираты, наоборот, по сути, оказались единственными в регионе, кто раскритиковал Хамас и встал на сторону Израиля, что уже вызвало такие трения в отношениях с Саудовской Аравией. И тут добавлю, что вообще между Саудовской Аравией и Эмиратами уже некоторое время обостряется конкуренция в регионе. И палестинский вопрос может стать еще одним вопросом, где они будут пытаться, как говорится, перегнать друг друга. Но вот Эмираты единственные, кто осудил Хамас и стал на сторону Израиля. А возвращаясь к вопросу сегодняшней войны в Израиле, тут добавлю, что ОАЭ даже предупредили накануне сирийский режим Башара Асада, чтобы тот не вмешивался в войну Израиля и боевиков Хамаса и не допускал атак на Израиль с сирийской территории. Это заявление прозвучало на фоне беспокойства целого ряда стран, там, включая США, тем, что, мол, война может перекинуться на Ливан или Сирию и перерасти в какой-то большой-большой конфликт. А вот ОАЭ говорит режиму Асада, чтобы Сирия ни в коем случае не вступала в эту войну. И, скорее всего, как мне кажется, режим Асада послушается Эмираты, потому что Эмираты в прошлом году нормализовали отношения с Сирией и пригласили Асада даже посетить Абу Даби. Поэтому нужно понимать, что Эмираты оказывают, ну, наверное, самое большое влияние на сирийское правительство, чем большинство арабских стран региона. Ну и добавлю, что с 2020 года Эмираты поддерживают тесные отношения с Израилем в рамках авраамских соглашений. Между тем, Саудовская Аравия тоже сейчас включилась в такую активную борьбу за посредничество, но все-таки она занимает немножко другую позицию значит наследный принц саудовской аравии мухаммед бин салман накануне обзвонил лидеров палестины египта иордании и сша и саудовская аравия как бы пытается выйти на какую-то деэскалацию путем таких переговоров для того чтобы сохранить свое влияние на местные процессы преимущественно через иорданию и египет и здесь я бы привел несколько цитат из фактически программной статьи саудовского издания The Arab News, который написал редактор этого издания Фейсал Аль-Аббас. Еще раз повторюсь, это Arab News, это англоязычное саудовское издание, ну, которое, скажем так, фактически слова этого издания можно воспринимать как саудовский взгляд на ситуацию в Израиле. Так вот в этой статье, несмотря на то, что рият официально пытается занять посредническую позицию, прослеживается поддержка палестинцев, но и в то же время осуждение действий ХАМАС. А в частности, саудиты считают, что нападение ХАМАС на Израиль не может считаться неспровоцированной атакой, мол как бы в этом есть логика. А как пишет Фейсал Алябас, это именно та реакция, которую следовало ожидать после десятков лет систематических репрессий против палестинских арабов со стороны израильского правительства. Это, мол, тот самый взрыв, о котором многие предупреждали раньше. Поэтому, мол, не удивляйтесь, почему Хамас напал на Израиль. Мол, все-таки провокация была. Хотя дальше Алябас добавляет, что этот факт, конечно же, ни в коем случае не оправдывает убийство и похищение мирных израильтян. Мол, здесь даже не стоит спорить, кто агрессор, а кто жертва. Но дальше Алябас приводит собственное объяснение того, почему же Хамас отважился на нападение, понимая, что все равно проиграет в этой войне. И дальше цитата Фейсала Алябаса из издания «Араб Ньюс» может ли это быть стратегическим шагом хамас направленным на то чтобы сказать международному сообществу что в кавычках мы сами решаем по палестине ну то есть что без нас вопрос палестины не решить возможно в конце концов несмотря на то что палестинские власти являются законным представителем палестинского народа влияние палестинской автономии всегда было ограничено по сравнению с влиянием хамаса Печальная реальность состоит в том, что в несостоявшихся не государствах в этой части мира всегда будут иметь преимущество нелегитимные вооруженные представители, такие как Хамас, Хизбала в Ливане или Хуситы в Йемене. Между тем, у палестинской автономии нет другого выбора, как поддержать Хамас, чтобы избежать дальнейшего внутрипалестинского трения. В этот раз Хамас пересек Рубикон. И Израиль уже дал сигнал, что перчатки сняты. Ну, перчатка брошена. Учитывая уровень эскалации, даже противники правого правительства Нетаньяху в США или Европе будут неохотно призывать к деэскалации. Другими словами, Хамас должен подготовиться к предстоящим трудным временам. И, к сожалению, самую высокую цену за это заплатит рядовой палестинец. То есть, иными словами, саудиты уверены, что Хамас вот этим нападением хотел заявить свое право на власть в Палестине. Что мол, если дальше мировое сообщество будет вести какие-то диалоги о палестинской автономии, то этот диалог должен вестись с ними, с Хамасом, а не с кем-то другим. Но здесь нужно помнить, что на Западном берегу официальными властями Палестины считают... Э Махмуда Аббаса, лидера другого движения под названием «Фатх». С ними ведут диалог. С Хамасом нет. И уже очевидно, что Хамас эту игру, похоже, проиграл. Вот борьба за власть. Потому что сегодня в Израиль прибыл госсекретарь США Энтони Блинкин, и, несмотря на критику, уже даже появляются сообщения о том, что ожидается встреча Энтони Блинкина с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Не с Хамасом, а с представителем Фатх. Кроме того, у Аббаса запланирована встреча с королем Иордании Абдаллой в Амане. На этих встречах будут решаться вопросы недопущения восстания палестинцев на Западном берегу. Следовательно, это означает, что надежды ХАМАС на то, что их поддержат в войне там другие группировки региона, все эти надежды тают. Они могут, ну так и остаться один на один с армией Израиля. Но за посредническую роль решил поиграть и президент Турции Реджеп Эрдоган. Он распорядился начать переговоры с ХАМАС об освобождении заложников. Но в последние несколько дней риторика Эрдогана по поводу прав палестинцев и критики Израиля обострилась. И теперь он призывает к созданию Палестины в пределах 1967 года. К этому же, для понимания, призывают и Россия, и Китай. К слову, Китай официально так и не осудил Хамас, заявляя, что война сейчас идет между Израилем и Палестиной. И Китай настаивает на том, что разрешением конфликта стало бы официальное создание двух государств – Израиль и Палестина. И вот это официальная позиция Министерства иностранных дел Китая. Я вам ее зацитирую. Китай глубоко озабочен текущей эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем. Не Хамас и Израиль, а Палестина и Израиль. Повторение конфликта еще раз свидетельствует о том, что застой мирного процесса длиться не может. Основным выходом из конфликта является реализация решения о двух государствах и независимого государства Палестина. Международное сообщество должно действовать с большей срочностью, усилив свою лепту, точнее, внеся свою лепту в палестинский вопрос. И сейчас западные аналитики уверяют, что таким образом Китай пытается заигрывать с развивающимися странами. То есть через палестинцев Китай пытается показать, что он, в отличие от США, готов защищать в кавычках слабых. А поэтому можно сделать такое осторожное предположение, что и война России против Украины, и поддерживаемый Ираном поддерживаемое Ираном нападение Хамас на Израиль. Это две части одного плана по созданию каких-то новых зон влияния. По крайней мере, так это видят в Москве, в Тегеране и в Пекине. И не нужно забывать, что война в Израиле, она создает вызовы и для Украины. Почему? Сегодня издание CNN сообщает, что якобы в Пентагоне обеспокоены тем, что Соединенным Штатам предстоит увеличить производство боеприпасов для одновременной помощи и Израилю, и Украине. А как отмечает издание, сейчас Украина и Израиль на данный момент нуждаются, конечно, в разной помощи. И тут пока проблем не должно возникнуть. То есть Киев просит поставки большого количества артиллерийских боеприпасов. Иерусалим а запросил э, у США высокоточные управляемые авиационные боеприпасы и системы ПВО. Но по данным журналистов, если Израиль приступит к своей наземной операции в секторе Газа, ему могут понадобиться и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы. А их, э, э, с ними уже есть проблемы как в США, так и в Европе. Вот, поэтому здесь как бы может возникнуть некая проблема. И в США сейчас там пытаются ускорить производство, давить на производителей и так далее. Но при всем при этом, накануне 11 октября глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США могут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль. Поэтому громких выводов не делаем, ставлю многоточие, и мы к этой теме еще с вами обязательно вернемся. Друзья, сейчас хочу попросить вас поставьте лайк этому выпуску, напишите в комментариях ваше мнение по поводу той темы, которую мы обсудили. И на ваших экранах QR-код, либо же по ссылке в описании, обязательно переходите на сайт Фонда 24, где мы каждый день закрываем сборы для наших военных. И любой ваш донат, он точно... буде великою допомогою. на цьому. все. Дякую всім, хто доєднався, і традиційно закликаю: вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.